Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко. Это мой кулинарный канал Cooking Time. За кадром оператор Алексей. Привет, Алексей! Привет! А готовить мы сегодня будем тыквенный наваленный пирог. Пирог-свалку. Да, буквально pumpkin dump cake. Так и переводится. Рецепт очень простой, с которым справится даже ребенок, поэтому привлекайте к готовке мелких, чтобы быстро получить что-то вкусное. Поняв принцип, можно что-то добавлять, что-то заменять. В общем, по ходу все расскажу. Как всегда, следите за руками. Поехали! Привлекайте мелких, чтобы быстро получить что-то вкусное. Какой-то... рабская эксплуатация детского труда. Что такое ты говоришь? Духовку сразу разогреваем до 180 градусов. Если заранее подготовите, отмерите все ингредиенты, то на процесс уйдет минут 5-10. Прежде всего, для тыквенного пирога, для тыквенного десерта необходимо тыквенное пюре. Вот, видите, какое красивое у меня здесь оно. Солнечное, домашнее. Как его сделать дома? На эту тему снимал отдельное видео, ссылочку на него оставлю в описании. Сразу смешаем сухие ингредиенты, муку, просеиваем ее. Вообще для этого рецепта обычно используют готовую смесь для кекса. Вот прям ту, которая в магазине продается в коробках, в пакетах. Если вдруг вас кекс из пачки не смущает, берите и используйте эту смесь. Туда же немного разрыхлителя, немного соли для баланса вкуса и сахар, обязательно сахар. Можно использовать сахарозаменитель. И сделаю свою вот эту вот сухую смесь еще более праздничной, добавлю немного корицы. Можно часть сахара заменить ванильным, тоже придаст такой праздничный аромат. И венчиком все это смешиваем. Берем еще одну глубокую чашу, миску. Добавляем тыквенное пюре. Вкусное, ароматное. Обожаю тыквенное пюре. Этот рецепт готовят с концентрированным молоком и сахаром. Можно добавить сливки и сахар. Я использую просто сгущенное молоко, одновременно добавляя и молоко, и сахар. Два в одном. Вот туда его. Можно взять просто концентрированное молоко с каким-нибудь сиропом агавы. Можно, да, брать концентрированное молоко и какой-нибудь, да, сироп агавы. Или сахарозаменитель, опять же, использовать. Туда же яйца. Праздничности добавим мы и в тыквенную смесь, корица, немного имбиря молотого и немного молотого кардамона и совсем чуть-чуть молотой гвоздики. Обязательно чуть-чуть соли. И немного цедры. Я добавляю лимонную цедру, можно использовать цедру апельсина, как больше нравится. Вот эти вот все пряности, ароматизаторы могут быть абсолютно любыми. Можете что-то убрать, что-то добавить. Можете какой-нибудь экстракт использовать. Ванильный, кокосовый, апельсиновый. Миндальный. Какие-то. О, миндальный будет очень вкусно, да. Но мне кажется, вот это вот сочетание, вот этих вот специй, это как раз вот набор тех специй, которые используются для тыквенного пирога. Вот они как-то вот сейчас, вот в это время, создают какой-то особый уют и праздничное настроение. И с помощью венчика вот так вот все это хорошенько перемешиваем. Прям взбивать? Ну, нет, мы ничего не взбиваем, мы просто превращаем все в абсолютно однородную массу, чтобы яйца смешались, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, чтобы смесь была максимально однородной. Кто-то, знаешь, даже тыкву предпочитает не пюрировать блендером, прям совсем в такую мягкую, гладкую, совсем в такую гладкую однородную массу, а оставляет ее такими чуть-чуть кусочками. С тыквиночками. С тыквиночками, да. Тоже очень вкусно получается. Я буду запекать вот такой вот прямоугольной форме. Мне кажется, потом удобнее его нарезать, подавать. Вы можете брать круглую форму, можете брать алюминиевые формы, застелив их бумагой для выпечки, и тогда подавать на стол без формы. Здесь, как понимаете, тоже возможны эксперименты. Форму смазываем сливочным маслом и в подготовленную форму выливаем тыквенную смесь. Так равномерно распределяя. На самом деле, мне кажется, вот так вот уже можно просто запечь. И получится такая тыквенная запеканка. Берем сухую смесь, рассыпаем по поверхности. В общем, все сваливаем. Не просто так кекс называется сваленный. Кекс свалей. Да, кекс с валями. Если купили готовую кексовую смесь, то и смешивать заранее ничего не надо. Прям берете из коробки вот сюда и высыпаете. Мы же хотим, чтобы был еще вкуснее, да? У меня здесь есть немного пекана.
оставшегося от пекан-пая и немного тыквенных семечек, чтобы как-то обозначить, что там тыква внутри. Слегка вот так вот их поколоть, частично измельченные, вот так вот разбрасываем по поверхности. И пекан. Его я тоже не буду оставлять целиком. Можно добавить грецкие орехи, фундук, можно добавить измельченный миндаль, миндальные лепестки. С арахисом тоже вкусно будет. С арахисом тоже будет вкусно. Можно добавлять микс. Знаю, что еще используют овсяные хлопья, можно посыпать сверху. Мюсли, да. Даже крекеры. Вот так вот ломают, какие-нибудь такие хрустящие, и тоже посыпают сверху. Измельченный пекан тоже вот так вот разбрасываем сверху, распределяя равномерно по всей форме. Видите, где-то крупные кусочки, где-то совсем практически в пудру. Ну и теперь осталось дело за малым. Все это залить яично-масляной смесью. Предварительно масло нужно растопить в микроволновке. В микроволновке или на плите. И молоко тоже обязательно должно быть теплым, чтобы оно хорошо с маслом смешалось. Берем растопленное масло и добавляем молоко. Хорошенько венчиком перемешиваем, разливаем по форме, стараясь прям вот всю-всю-всю поверхность залить вот этой вот молочно-масляной смесью. Отправляем в духовку, уже разогретую до 180 градусов. В общей сложности пирог, даже можно сказать тыквенная запеканка, запекается в течение где-то 55-60 минут. Все должно подрумяниться вот так аппетитно. Можно на последних... Чего ты улыбаешься? Тыквиканка. Тыквиканка, да. Можно на последних 10 минутах подключить конвекцию, чтобы еще вот так вот зарумянилось. Но как же это вкусно пахнет. Я прям стою и не могу. Слегка пройтись лопаточкой или острым ножом. Надо подождать, когда чуть-чуть подостынет, а есть можно и в теплом, и в холодном. Кажется, у тебя прям слюна льется. Mm-hmm. Все, подостыло. Мне уже не терпится, нужно нарезать. Корочка такая хрустящая получается. Смотри, какой. Здесь у него слой вот этого тыквенного пюре, а здесь, видите, он не высох, а остался нежным таким, промасленным, вот этот кексовый слой. Сверху орехи и такая хрустящая корочка. А знаете, что сделает этот пирог еще вкуснее? Взбитые сливки или шарик ванильного мороженого. Вот сюда вот его. Тыц. Вот. Мороженое начинает таять и прям заполняет здесь вообще все вот эти вот щелинки, трещинки. Это пахнет просто сумасшедше вкусно. Масло пропитало тесто, и получился такой сливочно-карамельный аромат сумасшедший. И вот эта вот корочка у бортиков очень аппетитная. Я вот прям вот сразу первый кусочек вместе с кусочком мороженого сквозь хрустящую корочку к нежному вот этому тыквенному пюре. Это очень вкусно. Я, честно говоря, первый раз добавил сюда корицу, в тесто именно. И это просто праздник какой-то. Посмотри, кекс получился прям нежный-нежный. Вот такой вот здесь хрустящая корочка, а здесь прям нежное тесто. И тыквенное пюре, вот оно прям, смотри, оно прям супер нежное. Все это тает во рту с мороженым. Это просто какой-то невозможный улет. И вот эти вот специи все, пряности, которые добавляются в тыквенный пирог, корица, кардамон, имбирь, гвоздичка, здесь так прям играют празднично. Такой очень простой в приготовлении десерт. И, казалось бы, выглядит, ну, такая, ну, запеканка. Но это прям вкуснейший десерт. Вот этот тыквенный слой. Это прям какой-то невероятно нежнейший мусс. Это очень-очень-очень вкусно. Срочно всем надо. Надо сейчас, чтобы себя порадовать и праздничное настроение создать. И можно смело готовить на Новый год, Рождество, День Благодарения опять же. Мне кажется, я уже в одном шаге от того, чтобы бросить куда-нибудь камеру. Все, подожди чуть-чуть. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти
вот там, в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы быстрее появилось следующее видео на канале. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. И не забывайте постить то, что готовите по моим рецептам в Инстаграме. Отмечайте меня, там я все в сад. С удовольствием всегда смотрю, что у вас получается. И что это там, как дальше говорится-то, забыл. Все, я просто смотрю на кусочек еще недоеденный, и мозг отключается. С вами был Саша, Леша за камерой, Cooking Time. Пока-пока. Что-то там. Музыка грохочет с потолка. Нет. Так будет у меня уже, вижу, голова будет большая. Как ты можешь видеть? Я вижу, как ты наклонил камеру. Как ее надо наклонить? Ну ты же видишь, попробуй поэкспериментировать туда-сюда. Ты видишь, как преломляется реальность, что голова большая, небольшая. Вот, на уровне глаз примерно. Вот хорошо бы, да, вот так. Нормально? Я вот хочу, чтобы все эти кадры вставились в результате финального видео. Как ты, это, человек-чудовище, че-че. Для кого-то настроение достаточно? Да его, в принципе, всегда хотят добавлять.